Банк России предлагает ввести финансовые нормативы для институтов развития, в том числе Внешэкономбанка и Агентства ипотечного и жилищного кредитования. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила во время работы банковского форума в Сочи. По ее словам, должны быть специальные требования к уровню ликвидности, в том числе в отношении долговых обязательств к капиталу. Мы абсолютно согласны с тем, что в финансовой системе не должно возникать дополнительных рисков от тех операций, которые проводят любые организации, в том числе и институты развития. Ипотека – это один из очень серьезных финансовых инструментов, где важно поддержание долгосрочной стабильности институтов, которые эти кредиты выдают. Ипотека – кредит долгий, и, вот как выражаясь профессиональным языком, срок жизни кредита больше 15 лет, необходимо обеспечивать финансовую стабильность на весь срок жизни кредита. И мы, не дожидаясь введения даже финансовых специальных нормативов для ЖК, мы ведем полностью открытую политику как для Министерства финансов, так и для Банка России.